В октябре в школе 1517 состоялся традиционный праздник посвящения в пятиклассники. У учеников новый этап. Они перешли на второй уровень образования. Сегодня мы поздравляем наших пятиклассников. Посвящение в пятиклассников проходит в традиционной уже игре «Большое путешествие друзей». 7 этапов, которые помогут каждому классу сплотиться, разобраться, что они команда. А завершение сегодняшнего праздника поможет нам увидеть, Привет! Что вся параллель пятых классов – это одна большая команда 15-17. Девиз праздника «Мой класс – моя команда» для пятиклассников подготовили обширную развлекательную программу с испытаниями, за выполнением которых следили волонтеры. Я сегодня волонтер на празднике пятиклассника. Ребята с удовольствием выполняют задания, и больше всего им нравится то, что они помогают сплотиться классу. Только самые дружные и ловкие смогли выполнить задания с первого раза. Сейчас мы на посвящении в пятикласснике. Это очень такое важное событие, мне кажется, для пятиклассника. Тут всем, ну, не все мои одноклассники, но большинство. И это весело со своими одноклассниками проводить время. И для того, чтобы сделать этот день гораздо более интересным, у нас спортивная программа. Больше всего мне запомнилось, как мы прыгали на скакалке. Это был просто трешак, потому что никто не мог прыгнуть нормально даже два раза. Самые меткие попали в цель. Самые сообразительные выбрались из болота без потерь. Выполняя задания, ученики пятых классов узнавали друг друга, а это поможет им учиться и дружить. Этот солнечный, теплый сентябрьский день прошел замечательный праздник пятиклассника, который стал у нас традиционным. Ребята прошли конкурсы, научились быть командой, а самое главное, ушли с призами. Каждый получил значок школы и золотую медаль, шоколадную. Так что всем хорошего настроения и приятного аппетита. Спасибо!